В Одинцовском кампусе МГИМО прошло открытое первенство московского региона по традиционному карате среди детей, юношей, кадетов и юниоров. Организатором соревнований, приуроченных ко Дню защитника Отечества, выступила Объединенная федерация традиционного карате России. Из желания вывести карате традиционное с точки зрения соревнований на такой представительный уровень, качественный уровень соревнования и профессионализм судей и так далее. Понятно, что одному клубу это решать невозможно. То есть надо объединяться, надо создавать какие-то планы и работать командами. Программа была рассчитана на 2 дня. Это соревновательная и образовательная части. Мастер-классы для инструкторов и спортсменов, а также ряд обучающих семинаров провел легендарный сенсей Нельсон Карион. Я уже 3-й раз в Одинцово, и мне здесь очень нравится. Не только атмосфера, но и публика. Мы все с вами здесь счастливые люди, и мы даем это почувствовать. Мне очень приятно, когда меня окружают люди, наполненные счастьем. Всем спортсменам, которые сегодня будут выступать, желаю больших успехов. Среди участников было около 40 одинцовских спортсменов. Веронике 13 лет, 8 из которых она посвятила традиционному карате. Говорит, что когда-то увидела, как выступают взрослые спортсмены, и захотелось попробовать так же. Здесь нет предела, всегда нужно совершенствоваться. То есть в некоторых видах такого нет. Плюс это очень полезно для здоровья и самообороны. Краснодарский край, Нижний Новгород, Владимирская область и Республика Татарстан. Участники съехались из разных уголков страны. Перечень регионов уверенно растет. Наша торгово-промышленная палата Одинцовского городского округа и администрация поддерживают это начинание. Ну и мы рассчитываем, что и с каждым годом это движение будет максимально значимым в нашем районе и будет привлекать представителей из других регионов, не только сопредельных Московской области, но и вообще всех регионов Российской Федерации. Елена Морозова, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцово».